Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Безработный Вань обвиняет власти в сложившейся ситуации. Голосуйте за Западную Армению. Продажи квартир продолжают снижаться. Голосуйте за Западную Армению. В Ереване открылся армяно-греческий бизнес-форум. Повстанцы согласились открыть первый поход в Алеппо. Турция позволит Стамбулу стать Константинополем. Турция вновь отправила военную технику к сирийской границе. Музей геноцида будет построен в Буэнос-Айресе. Уровень безработицы в провинции Ван самый высокий. Безработные говорят, что причина всего этого – любовь чиновников к своим стульям, больше ничего. Из-за кризиса многие работодатели увольняют работников. Согласно статистике, число безработных переваливает за 4 миллиона. Жители говорят, что во всем этом виноваты власти и их политика. Энгин Кияк, который регулярно ездит на работу в Стамбул, говорит, что работы нигде нет. Кризис повсюду. Все это потому, что лидеры очень любят свои стулья. Емен Кызыл, торговец, отмечает, что ситуация очень сложная. Безработица растет день ото дня. Почти нигде нет работы. Другой житель Вана, Адиль Каплакли, говорит, что в Ване полно безработных. Все здесь безработные. Число безработных растет с каждым днем. Продажи квартир упали на 24,8% в январе и 18,2% в феврале. По данным статистического комитета, продажи жилья снизились на 18,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, составив 78 450. Большинство квартир было продано в Стамбуле, Анкаре и Измире, а наименьшее число квартир на оккупированных территориях Западной Армении в Ардахане, Хакире и Байбурде. В Ереване 19 марта открылся армяно-греческий бизнес-форум, передает корреспондент новости Армении news.ae. В пленарном заседании принимает участие чрезвычайный полномочный посол Греции в Армении Навсика Нанси Эвавраила, глава торгово-промышленной палаты Армении Андроник Алексанян, председатель Союза промышленников и предпринимателей Армении Арсен Казарян. Армянские бизнесмены из более чем 50 армянских компаний проведут переговоры с представителями греческих компаний. Кроме того, между торгово-промышленными палатами двух стран будет подписан меморандум о взаимопонимании. Греческие компании в основном представят строительную, химическую и косметическую продукцию, производство оливкового масла и солнечной энергии. Сирийская арабская армия и Свободная сирийская армия договорились об открытии нового гражданского сектора, связывающего Алеппо и близлежащий Аль-Абаб. Согласно новому докладу по Алеппо, Сирийская арабская армия и Свободная сирийская армия позволят гражданским лицам использовать переход Абу-Аль-Зандех. Это важный шаг, поскольку он позволит гражданам возобновить рыночные отношения и торговлю. Этот транзит также будет контролироваться российскими и турецкими вооруженными силами в районе Аль-Бабы. До сирийского конфликта Алеппо был не только крупнейшим городом Сирии, но и экономическим центром страны. Восстановление Алеппо не только стимулирует экономику, но и поможет возвращению его граждан в Северную Сирию. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал в понедельник не позволить превратить Стамбул в Константинополь. Об этом сообщает Анадолу. Соответствующее заявление он сделал в ходе своего выступления по случаю празднования 104-й годовщины битвы при Чанаккале, Галлиполи, одного из решающих эпизодов Дарданельской операции Антанты. Враги мусульман и Турции, в частности, продемонстрировали, что они продолжают ненавидеть нас. Мы готовы дать отпор заявлениям об этом в Чанаккале. Турецкий народ всегда будет населять эти земли. Мы не позволим превратить Стамбул в Константинополь, отметил турецкий лидер, комментируя недавний теракт в Новой Зеландии. Битва при Чанаккале была не просто сражением. В те дни писались истории Турции. Те, кто этого не понимает, не вправе жить на этих землях. Надеюсь, что турецкий народ больше никогда не столкнется с испытанием, подобным битве при Чанаккале, отметил Эрдоган. Но если подобная угроза все-таки возникнет, то мы без всяких сомнений устраним ее, как это сделали наши деды в битве при Чанаккале 104 года назад. Президент также подчеркнул, что победа в той битве вписана в историю турецкого народа кровью. Она была одержана под руководством Мустафы Кемаля Ататюрка. В пятницу вооруженные люди ворвались в мечети в новозеландском Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей и устроили стрельбу. В результате теракта погибли, по последним данным, 50 человек. Еще 50 раненых доставлены в больницы. По обвинению в атаке арестованы 3 человека. В данный момент нападавший 28-летний австралиец Брентон Тарант заключен под стражу до 5 апреля. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Накануне нападения Тарант опубликовал в соцсетях документ, который эксперты в области борьбы с терроризмом сравнили с манифестом норвежского националиста Андреса Брейвика, устроившего массовый теракт в июле 2011 года.
Турция продолжает пополнять подразделения, дислоцированные на границе Сирии. По данным турецких СМИ, в ночь на 18 марта в Кирханском районе провинции Хатай, ранее Александрет, были переброшены бронетранспортеры и бронемашины. Отмечается, что операция, которая сопровождалась строгими мерами безопасности, проходила через район Рейханлы, достигающим турецко-сирийской границы. Городской совет Буэнос-Айреса одобрил идею строительства музея геноцида против армян. В постановлении совета говорится, что его цель – поддержать создание музея, который представит вклад армян в складывание аргентинского общества. Также будет создан архив, посвященный истории армянского присутствия в Аргентине. Кроме того, в проекте создания библиотеки и архива с материалами о геноциде против армян. Отметим, что Аргентина стала одной из первых стран, признавших геноцид армян в 1987 году. А в 2007 в стране 24 апреля провозгласили Днем геноцида армян, терпимости и уважения между людьми. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню «Цахка от Балени» в исполнении Анны Хачатурян. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.